День, дорогие мои, мне с вами нужно решить один серьезный вопрос. Вопрос о том, как нам с вами нужно решить один серьезный вопрос. Вопрос о том, как вы можете благотворить каналу. Очень многие меня спрашивают, как перечислить средства. И некоторые ругают меня, что батюшка, как трудно найти ваш счет и как трудно вам эти средства перечислить. Я вообще не ожидал, что это может происходить. И даже помните, я вам говорил, что это для меня особо не имеет никакого значения. Тем более не имеет значения, если вы за эти средства говорите, что я должен на вас помолиться там или что-то вам сделать. И это. Я не хочу покупных отношений и каких-то особых отношений за особые деньги, так можно сказать. Но с другой стороны, действительно, приходят и перечисления, и тех, кто перечисляет с именами, я вижу эти имена. Мы молимся, и матушка, и я, и мы, конечно, поминаем, потому что, а что мы еще можем взамен вам дать? Ну, кроме роликов, которые мы с Тюрей вам даем. Поэтому, еще раз благодарю, но вопрос как-то нужно решить. В чем трудность? Я уже на названии канала, где название канала есть «Приют ангелов» в этом оформлении, вроде вставил и номер счета, вставил и телефон, потому что вот в Сбербанке привязан к телефону счет, можно как бы перечислять как-то на телефон, там пишешь перевод, телефон, сумму, и приходит, тоже приходит. Но оказывается, хотят люди, в том числе из-за рубежа, и для этого пришлось завести новые счета. Вот эти новые счета. Сегодня ездил в банк. Конечно, у нас вот такие глаза квадратные у наших обслуживающих Сбербанк лиц, что мне нужен счет для долларов, что нужен счет для евро. Они же не понимают, что это там какие-то маленькие суммы, но я, в общем-то, тоже не понимаю, как это все особенно работает. Но я к чему веду? Я веду в том, что вот в связи с тем, что у меня 100 тысяч подписчиков, у меня появилась какая-то функция на канале спонсорства. То есть там есть кнопка, ты ее нажимаешь, эту кнопку, и каким-то образом от вас приходит деньги якобы мне. Но я почитал, вообще кнопка для меня маленько странная. Хотя сегодня это было предложение одного из наших ангелов, что батюшка, что вы нас мучаете, поставьте кнопку спонсорства. И мы с Тюрей будем вам перечислять, спонсировать. В общем, для меня, конечно, странно вот вся суть этой кнопки спонсорства. Во-первых, я бы назвал ее благотворительность, но и этого сделать нельзя. Но там какие-то уровни, какие-то картинки, какие-то эмодзи. То есть вот это все, мне кажется, как-то унизительно для вас, если я ее поставлю, и какие-то вот такие будут вам приходить какие-то картинки, и какая-то, значит, вот такая это. Вот. Поэтому давайте мы решим так. Вот я сейчас этот пост выставляю с одним вопросом. Открывать ли кнопку спонсорства? Открывать ли кнопку спонсорства? Вы сами посмотрите, что это такое. И если здесь будет в комментариях, значит, те, кто скажет «да, откройте, нам это нужно», я ее открою. Потому что мне кажется, то, что она будет стоять, это как-то
будет снижать рейтинг канала, опять меня кто-то сможет обвинить, что он там зарабатывает на этих бедных обманутых ангелах, какими являетесь вы. Вот. Но с другой стороны, о чем мне терять? Значит, я и так уже ниже плинтуса, самый отпетый мошенник из всех отпетых мошенников. Вот. Поэтому, может быть, мне и нечего терять. В общем, скажите сами, нужна вам такая кнопка спонсорства или нет? Мне, в принципе, она особенно-то нет, не нужна. Вот. Я доволен тем, что вы есть, и что вы наконец-то нашли место, где вы можете спокойно писать комментарии. Я этому рад, что стало мало вот таких оскорбительных комментариев. Сегодня один пришел и говорит: о, какие адекватные комментарии. Кто-то написал, ему понравилось, что мы здесь разговариваем. Вот, конечно, большое спасибо, как вы оцениваете мои ролики. Еще раз повторяю, я считаю, что это так вот от Господа. Вот, вот Господь дает такое слово, дает такое, значит, с вами отношение. А это значит хорошо. Так что спасибо всем за внимание. Тюль, нам нужна кнопка спонсорства? Ты-то как считаешь? Чё ты так? Тихонько. Вот. Тюре, может быть, и нужна. Кстати, мы все-таки действительно обратили внимание, как вы говорите, на то, что у него там что-то чешется, что-то это. Выяснилось, что это чешутся никакие не блохи, а у него от рыбы, которая здесь химикатами обработана, к нам приезжает, на коже какие-то, значит, эти. И вот пришлось ему сменить питание, теперь он питается у нас получше, мы ему покупаем легкое там сердце, ну, дешевые мясные продукты, и он, видите, шейка у него потолще стала, шкурка поглаже стала. Ему-то, конечно, нужно спонсорство. Ну ладно, не будем все превращать в шутку, давайте решим серьезно, хотите спонсорство или нет. Все, спасибо за внимание. Здоровья всем, радости. Аминь.